Из 400 учреждений образования Брестской области только 9 команд прошли в областной этап конкурса юных инспекторов дорожного регулирования. Возраст участников от 10 до 15 лет. Полуфинал конкурса приняла средняя школа номер 1 города Бреста. В первую очередь слет юных инспекторов дорожного движения направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Во-вторых, для ребят представлять Брещину на республиканском конкурсе ЮИТ престижно. Ну-ка, дружок, поскорей вылезай. Правила ты хорошо изучай. Вот типы хоть мэр, хоть кабриолет, но только с 18 лет. Госавтоинспекция на постоянной основе привлекает их для показания своих представлений в тех же учреждениях образования, потому что, естественно, когда это непосредственно визуально видишь, гораздо проще, чем когда читаешь книгу, и ты не можешь это представить. Они наглядно показывают, что может произойти, когда нарушаешь правила дорожного движения, когда ты соблюдаешь правила движения, как избегают непосредственно конфликтных ситуаций на дороге. Поэтому для нас, для госавтоинспекции, это очень важно, ведь благодаря данному конкурсу мы общественности, опять же, акцентируем внимание, как это важно соблюдать правила дорожного движения. У ребят есть возможность проявить себя в разнообразных конкурсах. Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, фигурное катание на велосипеде, оказание первой помощи, а также продемонстрировать свои творческие умения. Конкурсные дни дарят ребятам море эмоций, волнений, ярких событий. Что самое важное, это польза, которую приносят такие соревнования. Все совместные мероприятия, которые мы проводим с ГАИ, с УВД, с прокуратурой, это все мероприятия и конкурсы, которые дают невосполнимую пользу нашим учащимся, нашим детям. Они учат их не нарушать правила дорожного движения, учат собственной безопасности, и наши дети, которые изучают эти правила дорожного движения, становятся юными инспекторами движения. Полезно это точно, потому что мы изучаем правила дорожного движения, и уменьшается риск того, что с нами может что-то случиться, потому что мы знаем, где мы имеем право двигаться, где мы не имеем права двигаться, за что и где нас могут наругать, и как мы можем оказать помощь нашим друзьям. На сегодняшний день областной этап слета конкурса продолжается. У ребят впереди финальный день, и у каждого учебного заведения есть шанс попасть на уже республиканский этап, который пройдет в Гродненской области с 24 по 28 мая, где у ребят будет возможность побороться за звание лучшей команды юных дорожных инспекторов Республики Беларусь. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.